мама. Привет, это Бимама. И пока бегу за Настюхой, расскажу кратко, как у нас дела. Куда бегу? Оксана, Димина сестра, забрала Настю с танцев. Она сейчас летом 3 раза в неделю занимается классическим балетом. Чтобы чувствовать себя увереннее на танцах, там, где она в коллективе теперь будет с сентября. Ну, вы видели коллектив, который называется «Близ». Она в нем занимается с апреля. И ей нужно немножко подтянуться. Это ступни, это колени, это позиции рук. Именно классика, потому как она ее не изучала и не знает ее совершенно. Вот они с Лерой сейчас догоняют это все. И сегодня я не успела забрать Настю вовремя, потому что Коля заболел. Это просто какой-то кошмар. Я не знаю, что с ребенком. У меня уже 2 раза был педиатр, сегодня приедет 3-й раз. И мы уже будем решать, что делать дальше, какие анализы сдавать, потому что у Коли 5-й день 39,8. Ну, то есть, если еще 1-4 дня нормально ребенок более или менее себя чувствовал, ну как, он кушает, он играет. Но когда уже 39,8, он, конечно, уже ложится тихонько. А если поставить ему свечечку, температура падает на 4 часа, он кушает спокойно, правда, только агушу. Он не ест ничего больше, только меня и творожок злаковый, черничный и белакт. Все. Ну, хоть так, и то, слава богу. Можно хоть что-то воткнуть в ребенка, потому что ну, на одной груди уже в годы 3, наверное, маловато, хотя она очень помогает. Я уверена, что у него не будет обезвоживания, потому что он много меня ест, всю ночь меня ешь. Ну, как-то вырулим. Сейчас придет педиатр вечером, запишу вам, расскажу, что. Я думала, зубы, потому что уже и 40 была температура, 41. И она даже анальдимом, свечками, которые анальгин с димедролом, плохо сбивается. Не знаю, я уже, честно говоря, на каком-то автопилоте у меня мозг работает, потому что очень нервничаю. Это очень страшно, когда ребенок болеет. Ну, вот сегодня будем смотреть горло. У него вот такая набухшая десна сверху и снизу. Может, это зубы. Короче говоря, вот такие вот наши пироги. Он, конечно, не капризный, он не требует себе особого внимания, но сегодня уже плачет и хочет очень на ручки. А Ксюха пошла с Настюхой гулять с Костиком. Она забрала Настю и дала мне 1,5 часа, чтобы мы сбили Коле температуру, покормила его, закончила влог, отдала улиток. Кстати, я даже не записала это. Я отдала 3 улитки девочкам со съемочной группы «Реальные мистики». Они у меня увидели в Фейсбуке это объявление. Позвонили и сказали, а можно забрать? Вот, да, конечно, можно. Даже не додумалась записать, вот блогер. Вообще. Иллюстрация блогер лох. Все, что вам могу показать по поводу отданных улиток. Вот это мне дали за улиточек. Расплатились со мной, потому что говорят, что нельзя просто так. Ну, им там будет хорошо. Девчонки классные, хорошие. Отдала вместе с боксом, вместе с куском субстракта, камушком, едой, совсем. Ну и сюда я не успеваю за ними ухаживать так, как надо. Ну, мне так кажется, им одиноко у нас. И 2 большие я тоже отдам. Постараюсь вот записать. А то скажете, куда дело улиток-то. Заберу сейчас Настюху и допишу сценарий свадьбы, которую мы ведем на выходных. А на следующее утро после свадьбы мы, по секрету скажу, едем на море на 2 дня, если Коля выздоровеет. Очень надеюсь. Бабушка Наташа очень хочет с бабушкой Алисой с Белой Церкви поехать вместе на море, как и каждый год. И говорит, как это так? Вы ездили в свою Черногорию, а мы с Алисой еще нигде не отдыхали вместе. Говорю, ну так давайте же. Говорит, давайте. Бабушке у нас легкий на подъем. То есть мы на 4 дня собираемся на нашу любимую дачу под Одессой. Вас ждут влоги про бабушку Алису, бабушку Наташу. Лена, Лида, Настя, Машка, мы с Димой, Коля. А туда еще к нам в гости приедет Леша, Леся, Полина. Короче, ребята, не пропустите, можете еще смело подписаться. Мы очень постараемся, чтобы влоги были максимально интересными. Вот так, наговорила вам, пока у меня есть время. Иду за Настей, забираю, вон уже вижу, играет. Кто это бежит? Кто бежит? Кто бежит? Привет. Как ты позанималась? Тебя Оксана уже заплела, ты красивая. А как там Костик? Пойдем посмотрим. Пошли. Я алмаз. Я алмаз? А алмаз это кто? Это девочка. Девочка алмаз? Да. Ну идем. Там в коляске. О, кто бежит? Кто бежит? Привет. Привет. Покажи. Сифозил. Ой, какой мужик красивый. Сел ногу на ногу. Сколько костерочков? Покажи. Не знаю. Не знаю. Знаешь? 3? 3? Нет. 2? Покажи. 1? Нет.
А скільки? Скільки тобі рочків? Два? Так. Два. Три. Покажи. Не, покажи два. Показала два. Два, конечно, скажи, мужик. Взрослый такой, боже, класс. Ксюха с подругой пошли дальше с малышами укладывать их спать. Я забрала Анастасию. На. Спасибо тебе большое за доверие. Идем домой к коляшику. Ох, а, кстати, на выходных еще будет прикольное мероприятие. Сплошной спойлер вам кидаю. Я буду вести фан-встречу канала Макс Роговцев, который я, Алиса, и Николь Crazy Family. Они всей семьей приедут в Киев, и будет фан-встреча в торговом центре Украина, наверху. Планета Дитинства, кажется, называется эта локация. Вот с 12 до 3. Милости просим, приходите, первые 120 человек зайдут туда бесплатно. Ну так, я вот чувствую, это 30 там, конечно, есть. Да, ну нет, все сейчас нормально. Ну, он не кашлял вообще, то есть я не слышала ни хрипов, ничего. Так, спинкой ко мне. Давай спинку. Опа, он у вас потянулся, вот такой был кругленький, ноги длинные. Одни ушки торчат, раньше ушей было не видно за щеками. Все, нет уже таких. Наталья Васильевна как раз уже посмотрела коляшку, у коляхи энтеровирус. Да, а Настю сейчас пощупаем ушко. Где-то болит? В это ухо только. Здесь болит? Ну, в этом ухе у меня заложено. Ага, заложено, понятно. Ага. Хорошо. Так, поднимаем голову, красиво говорим. А-а-а. Ну, тут и ложки не надо, ни ложки, ни ложки. Молодец. Он же профессионал. Так, знает, хорошо, как показывать. Хорошо. Рот закрываем. Так, смотрим носик. Носик вообще ничего открывать не надо, носик сам открыт. Даже носик, поэтому не очками. Конечно. Так. Это не снимать. Все. Наша замечательная врач уже была у нас, все рассказала. У Коли классическая энтеровирусная инфекция, потому что она была и с кишечными проявлениями, горло краснющее, аж с такими шишками, и здесь лимфоузлики воспаленные, то есть это горло, плюс зубы наложились, и все это одновременно. Если температура не спадет до утра, то утром нужно сдать кровь. А так, в принципе, ничего катастрофического. Конечно, пугает эта температура, но пройдет горло, пройдет температура. Я уже просто вся измучилась. Слава богу, что все нормально. И у Насти, в принципе, с ушком легче. Выздоравливают, наконец-то. Кстати, болел не только коляха, но и я. Я об этом не снимала, не говорила, но я чувствовала себя просто ужасно. Было несколько дней, когда я просто еле поднималась с кровати. Сейчас остался только очень сильный кашель. Слава богу, я уже выздоровела, могу так сказать. Но я на полторы недели прервала свои занятия. Вы же помните, что я занимаюсь Оливией Риклан, пытаюсь привести себя в порядок. Я специально, вот перед тем, как заболела, сняла видео, как мы взвесились. Позорно! Да, я думала это не выкладывать, честно вам говорю. Но решила поддержать тех, кто, как и я, поехал на морька на недельки две и наел лишних килограммчиков. Чтобы вам тоже было как-то менее неудобно перед самими собой, это нормально, ничего страшного, это все можно сбросить. Вот сейчас прошло уже 2 недели, и я понимаю, что уходят они, уходят, и все становится на свои места. Покажу, как было, чтобы потом было заметно, как же стало. Я сейчас открою вам тайну. Маленький спойлер, мы на несколько дней уедем в отпуск. И по возвращению я обязательно сразу же возобновлю все занятия с Оливией. И мы, как и обещали, запишем полезные тренировки для вас. У меня уже в архивчике есть тренировка на улице, для тех, кто не имеет возможности заниматься в танцклассе или в каком-то зале. И обещаю, что будет еще очень много интересного. Можете сразу подписаться на Оливию. Она сейчас каждый день выкладывает классные видео. И мотивационные, и какие-то упражнения, доступные, понятные, которые можно действительно делать дома. Потому я ссылочку вам оставлю в описании, мне она очень нравится. Вот такой вот тренер, как раз мой, такой, как мне надо. Думаю, что многим из вас тоже очень понравится. А сейчас смотрите на этот позорняк. Но помните о том, что уже я вешу меньше. Мне очень стыдно, но мой черногорский отпуск мимо таки не прошел. Я все-таки верила, что может, но нет. Ну, ладно, ну что делаешь?
запишем весь мой сантиметраж, наеденный непосильным трудом. А нам сегодня помогает Настюха, она наша ассистентка сегодня, да, то есть даже сегодня со мной будет заниматься. Помаши лапкой. Она будет записывать, будет записывать сантиметры вместе с лисенком. Позориться так позориться, поехали. Можем, поехали. Можем. Итак, объем. Ну, вот не позорно. Это еще можно как-то оправдать. Так. 100. 100. Пишите. Пиши. На соседнике. 100. Теперь чуть ниже. Объем талии сейчас запишешь. Обычно совпадает с килограммом всегда. Ну, 78. Вот. Почти. Ну, я же все позавтракала сегодня нормально. Вот тебе еще полкило. Так, что у нас дальше? Объем бедер. Опа. Все-таки 116. Боже мой, это откуда столько такого? Что у нас там дальше? Знаешь, где давай померим? Давай померим уши. Они будут уходить, а мы будем смотреть, что там уходит. Вот я их и меряю. Время. Они меня и интересуют больше всего. Понятно. Все остальное, оно уйдет вместе с ушами. Вот так. Ну, да. То есть я меряю самую большую часть. Мы худеем в ушах. Давай вот так вот. Просто она висит спокойно. Угу. 33. Угу. Теперь чуть-чуть можно на ширине плеч примерно поставить. Непосредственно само ухо. 71. И последний замер у нас остался. Не 11, а 77. Пусть будет. Посмотрим, что у нас будет здесь происходить. 40. 40. Да. Есть. Ну все. Начинаем что-то с этим делать. Поехали. Что-то сказать, зачем вы показываете себя мокрой, красной, потной? Да потому что, когда ты пашешь на тренировке, ты не можешь априори быть с ровненьким тоном. Косметичка не потекла, хвостик остался, причесочка. Ты мокрый, как конь, который бежал 10 километров. У меня полотенце все мокрое, и две бутылки воды мы успеваем выпить каждая за тренировку. Без труда не получится сбросить это непосильно нажитое. Это я вам покажу, чтобы вы не боялись. Если вы после тренировки такая красная и не совсем красивая, это нормально. Потом будете красивая зато. Пашем, продолжаем в том же темпе. И Настя тоже. Работал ребенок, работал. Теперь могу поправить причесочку. Немножечко разогрелась сегодня? Да. Ну, мне вообще легко.
Там шпагат с этих стульев очень легко. Так, не унижай меня, пожалуйста, я понимаю, что тебе легко. Мне сложно. Да потому что ты занимаешься уже много лет, минимум 3 раза в неделю по 2 часа, Настя, а то и по 3. По 2 сейчас, а раньше по 4 даже занималась на гимнастике. Так что не малая, не выпендривайся. Ничего, мама тоже не будет сильно позорная. Будем часто вместе тренироваться. А мы уже закончили.